Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. И я прохожу основную кампанию. 13-я миссия у нас с вами. Так что давайте здесь защищаться. Так, шипы плюс алое жало. Давай сюда тоже мы поставим шипы. Слушай, ну мы быстренько сейчас их тут разберем. Так, с ведром бежит зомбарь. Давай, ух ты. Арбуз у меня сразу выходит с ультой, это классно. Так, зомбарь далеко собрался? Давай, по шипам побегай, пожалуйста. Арбузик бомбит, это хорошо. Все, сняли мы с него ведро. Так, у нас идет зомби зелененький, да, с листочком. Надо его подбить, чтобы получить себе суперудар. Так, жало поставим сюда наверх. Ах ты, елки-палки, нежданчик. Давай, срочно выходи. Что можем сделать? Давай вот так, наверное, применим с тобой ультушечку. В принципе, пока неплохо. А что у нас этот уровень без музыки, без всего? Так, на сухенькую пойдем, да? Ну вот куда ты летишь, а? Аглоедушка. Блин, успеем ли мы его подбить, а? Вот в чем вопрос. Так, мы его сбили. Мы его сбили. Тут охламон еще один идет. Давай попробуем сюда арбуз поставить. Так. Слушай, ну неплохо, неплохо. Мы тут разбомбили. Вот этот мне не нравится, совсем не нравится. Летит. Ай-яй-яй. Сейчас же... Ну что ты? Куда ты встал? Блин. Ах ты, еще и с лопатой идет. Я совсем забыл про этого лопатника-то. Блин, короче, мы с вами потеряем сейчас две косилки. Как ни странно, но вот так вот получится. Ладно, главное больше не допускать таких ошибок. Давай, стингер, вставай сюда. Это у нас последняя волна идет. Что-то я весь тут растерялся. Как новичок прямо. Давай, 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 давай. Так, эту барышню надо подбить. Обязательно, да что ж такое-то. Один только стингер тут работает. Молодец, красавчик. А вот этого, ну-ка, арбуз. Сделай доброе дело. Нифига он не сделал доброе дело нам. И этот начинает тут выкапывать. Но, друзья мои, мне такое впечатление, что мы с вами сейчас потеряем еще две газонокосилки. Если вот этого не успеем подбить. Нет, успели. Оу, что-то напряженно, конечно, было. Ладно. Так, получили с тобой монетки. В принципе, мы вернули с тобой потерянные деньги, которые потратили в прошлом уровне. Какая-то сталия у нас скоро откроется. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше. Так, мешок денег. Это награда будет за следующий уровень, да? Ну, а мы тем временем продолжаем. Спасись от зомби, ясен перец. Так, опять этот с лопатой. Блин. А почему мне так дали мало? Ёлки-палки. Слушай, а я как раз посмотрю сейчас, что может делать чувак с лопатой против вот нашего, вот этого растения. Мы сейчас это и глянем. Мне кажется, он не сможет его выкопать. Хотя, кто его знает, что у него там на уме. Так, давай вначале поставим Оке. Он будет потихонечку тут бомбить. Еще один подсолнух. Так, ну что, неплохо. Давай, наверное, еще один рядок засадим с тобой. Ну, куда ты идешь, а? Вот куда ты идешь? Вот объясни мне, пожалуйста. На-ка, поджарься маленечко. Че, не нравится? Правильно. Нам нужно накопить энергии как можно больше. Так, листочек вылетел. Здесь, вот он, идет. Идет аглоедушка. Так, мне подсолнухи пока не нужны. Мы с тобой вот так лучше сделаем. Так, ну что, с лопатой мы подбили с тобой. Теперь можно... Нет, 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 нельзя. Я уже думал, расслабиться можно, но как бы не так. Давай, давай, применяй эти снаряды свои. И сделаем еще вот так, на всякий случай. Вроде бы неплохо. Вроде бы неплохо. Надеюсь, тут барышин с зонтиками не будет. Хотя как не будет, будут они здесь. 100% будут. И у нас с вами вторая волна надвигается.
Так, мы, наверное, с тобой вот так сделаем. И вот так. На стрекозе зомби летит. Тут с лопатой, ну, все как полагается, да? Все как обычно, ничего новенького нету. Да почему ты не можешь вот подбить-то? Вот, подбил. Долго, конечно, это все дело делает. Наш Аке. Молодец, красавчик. Так, а эта барышня, да, сгорела. Сюда поставим катапульту. А эти защищенные у нас идут. Ну ладно, мы тогда будем по-другому немножко действовать. Ну вообще прикольно. С лопатой. С лопатой бежит. И опять эта барышня. Ну, против барышни я, в принципе, знаю, что сделать. Мы поставим с тобой наш супер вот этот вот фрукт. А вот это мне совсем не нравится. Посмотри, что делает. Он уже ест, друзья мои, растения. Нам нужно срочно выкопать здесь. И вот так. Поздно я, наверное, да, поставил. Сейчас мы с тобой, скорее всего, потеряем. Или нет. Или успеем. Успели. Я думал, что еще одну газонокосилку у нас все-таки отнимут. Но нет. И при всем при этом мы получаем с тобой пиньету. Давай посмотрим, что нам из нее выпадет. Ну давай, что ты так быстро? Может быть, мы с тобой откроем здесь сталью? Хотя вряд ли. А ну-ка, покажи. Деньги 100 монет. Алое жало. Прокачать можем, да? Вот, вот это хорошо, кстати. Так, а ты у нас сталья. Но она пока еще не открылась. Ну что же, мы прошли еще один уровень. Дай-ка я выйду, наверное, на карту и проапаю кое-кого. Так, мы остановились на 15-й миссии. А я пойду немножечко проапгрейдюсь. Где у нас тут? Лук не хочу. Вот, этого надо. Алое жало. Ух ты, нехиленько, я тебе скажу. Мне нравится. Блин, ну вот почему не могу вот этих открыть, а, друзья мои? Только за деньги 379 рублей, чтобы открыть вот эти вот растения. Дорого, ты представляешь, да? Один какой-нибудь там цветочек почти 400 рублей. А их здесь целая куча. Да это целое состояние здесь можно оставить на этой игре, если открывать. Поэтому будем проходить с вами обычным стандартным способом. Так, картошечку мы с тобой тоже улучшили. Давай, наверное, тогда пропаем и... Кто у нас тут остался, я же помню. Лук, так уж и быть. Лучше, как говорится, деньги впустить в дело. На наши цветочки, растения, фрукты. Ну и, в принципе, все. Больше у нас тут ничего не осталось. Ну что ж, тогда пойдем. Может быть, сегодня выполнить пару заданий Пенни. Побег. Не знаю, посмотрим, как дальше у нас пойдет. Так, между 17-й миссией и 18-й, я вижу, у нас тут пиньята будет. А вот и откроется здесь сталия. Это между 19-м и 20-м уровнем. Я предлагаю сегодня ее открыть. Если, конечно, у нас все будет легко и просто, и быстро мы туда пойдем, то откроем обязательно. Так, что у нас? Защитить два окея вот этих вот. Как же я не люблю вот эти вот уровни, где надо кого-то защищать постоянно. Ну что же, давай, наверное, возьму сюда чертополоха. Защитника. Оке возьмем с тобой. Наверное, возьму сюда большой высокий орех. Шипы. Так, нам нужно с тобой защищаться от чувачка с лопатой. Против него хорошо действуют катапульты. Так, возьму вот это вот, пеперпульт. И эндуриана. Ну и давай жало возьмем, так уж и быть. Все, друзья мои. Что, я кого-то не взял? А, я не взял себе, ну конечно же. Конечно же. Кстати, у меня идея кое-какая возникла. Мы с тобой уберем чертополох. И поставлю я сюда вот эту вот лужайку шипастую. А подсолнух мы с тобой возьмем вместо... Блин, не хочу орех убирать. Давай вместо эндуриана. Да, я думаю, так сделаем. Подсолнухи. Мне многие говорят: Рэй, почему ты не берешь вот эти вот двойных подсолнухов? Ребят, ну они стоят 125 энергии солнечной.
как бы выгодно, да, в плане то, что они больше вырабатывают, но они дорого стоят. Так, ладно, начнем. Как обычно, с подсолнухов. Главное, вот этих вот двух Оке нам с тобой защитить. Остальное уже не важно. Все, погнали уже. Не успел я ничего абсолютно сделать, они уже бегут, сломя голову тут. Так, во-первых, я поставлю вот сюда вот защиту. Это заранее, чтобы никто не мог здесь подлететь или пролететь. Давай сюда вот этого гварда влепим. Подсолнух. Так, стингера, наверное, вот сюда поставлю. Оке, вот сюда. Так, и внизу идет. Но это ладно, пока терпимо все. А вот уже пошли защищенные зомби. Давай сюда пеперпульту влепим. Пускай бомбит своими огненными снарядами. И, наверное, я сюда поставлю еще стингера. Стингера, и надо будет вот здесь тоже поставить нам орех, чтобы никто здесь не смог пролететь или как-то навредить. Так, идет с флагом, да? Идет с флагом, давай вот так вот сделаем с тобой. Сразу его уничтожим, чтобы не мешался нам под ногами. Ага, ага, вижу, 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 идет с лопатой. О, я же совсем забыл, что он выкапывает эти... Так, ну мы его успели подбить. Барышню эту мы с тобой снесем, наверное, да, сейчас? Стингер мне поможет в этом деле, ведь так? Хватит там хрустеть, нахрустывает она уже. Опять этот лопатник идет. У нас есть шипы с тобой. Блин, смотри, что происходит. Давай, 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 срочно вот так вот с тобой сделаем. А, мы уже подбили его. Это хорошо, что у меня есть шипастая лужайка уже, как говорится, с суператакой. Нам везет. Так, здесь у меня вроде бы орех был. Куда они его дели? Уже выкопать успели, да, и уничтожить? Ну да, вон этот с лопатой, чудик-то. А если вот так сделаю, как тебе? Не нравится. Так, и здесь у нас опять с тобой нет уже ореха. А слушай, друзья, все. Это были последние зомби, мы с вами справились. Лужайка мне здесь очень сильно помогла, согласись. Без нее я вряд ли бы тут справился. И нам достается с тобой какая-то карта. Это, видимо, новый артефакт. А что он дает, я не в курсе. Но все равно приятно. Так, а мы с тобой смеленько идем на следующую миссию. Ух ты, что это у нас тут? Карта зомби. Типа у них скрыто сокровище, запасы мозгов. Забавно. И мы, наверное, пойдем, да, по этому следу. Так, у нас появляется зомбосс. Опять что-то мне тут угрожает. Дэйв не испугался. Так, спасись. Спасись, понятно. Будем спасаться. Ох, ё-моё, Гаргантюа идет. Гаргантюа, вот его мне тут не хватало. Ладно, будем выставлять пока Оке. Вот я только выставлю, и враг начинает лететь именно по той дорожке, где у меня никто и ничто не стоит. Давай быстренько его накумарим. Быстренько, вряд ли, конечно, получится. Жало, помогай. Ай-яй-яй, успеешь? Успел. Молодец, красавчик. Так, здесь надо вот так сделать. Давай Оке поставим наверх. Блин, как меня вот раздражает с лопатой. Я прям не могу. Просто выводит из себя. Значит, нам нужно выставлять сюда вот стингер. Ну, это жало алое. Еще сюда выставим. Эндурион у нас есть, да? Давай вот так сделаем с тобой. Упс, тихо. Что, блин, за беда тут? Пока не надо применять листочек. Сохраним. Опачки. Так, подбили, нет? Давай вот так вот сделаем с тобой. На всякий-всякий пожарный случай. Жарь, жарь, жарь. Молодец, красавчик. И вот эти вот парашютисты недобитые меня тоже раздражают. Ух ты. Вот это хорошо, что мне дали. Давай, наверное, вот сюда вот выставим. Пускай поджарятся они там все. И жало. Так, смотри, он прикрывается. Но мы его под... Ой, Гаргантюа идет.
Так, бабам, сделали. Так, а что мы дальше можем с тобой сделать? Давай вот так вот, лучом будем жарить. Чего? Ты серьезно? Эй, погоди, погоди, погоди. Зачем так много-то их? Давай, я не знаю, как-то нам надо с тобой подбить их, поджарить, уничтожить. А как их сделать? Смотри, сколько здесь. У, минус 2, отлично, шикарно, великолепно. Еще минус 1. Так, а этот не успокоится. Все, мы его подбили. Нифига они в конце мне устроили праздник души и тела. Новое достижение я получил. Портер Тавер какой-то там. Давай посмотрим, что у нас в пиньеточке здесь хранится. Я вообще обожаю, на самом деле, открывать пиньеты, потому что в них можно что-нибудь полезное и прекрасное найти. Как раз именно для нас. Много. Монетки 100, да? Как обычно. Окей. Ух ты, следующая прокачка. 75 надо штук. И опять же у нас стали. Окей, я доволен. Ну что, друзья, поехали дальше. Подожди, а почему? А, мне возможность дали открыть, да? Нет, я хочу пройти сначала потерянный город, а потом уже дальше пойдем. 17-я миссия. То есть мы с тобой пройдем до 18-й, получим еще одну пиньяту. Ну а там и достали, и рукой подать. Окей? Я согласен на ваши условия. Поехали. Так, опять Дэйв. Когда он появляется, мне сразу кажется, что он что-то мне пугает чем-то задать. Ого, смотри. Малыш какой. Рюкзак-то, по-моему, не для него. Это рюкзак в 3 раза больше, чем сам маленький зомби. Как он еще не рассыпался-то. Значит, возьмем с тобой орех. Возьму я сюда защитника. Интересно, а лук может его остановить? Если он дыхнет. Или его успеет выкопать? Слушай, а по идее магнит... А, у меня магнита нету, елки-палки. Это же не эта игра. Так, шипы мне здесь не нужны. Толку-то от них. Вот бонг-чой, да, вполне, вполне годится. И кто-то мне все-таки сказал, бери, Рэй, лучше электрический стебелек. Вот я сейчас думаю, брать ли мне его. В принципе, он бомбит неплохо. Да, урон маленький, но он все-таки передает, как этот, с одного зомби на другого переходит. И такая цепная реакция вполне меня устраивает. Или же что-нибудь другое взять. Например, пейпер пульта. Давай, наверное, его возьмем. Хотя эндуриан... Нет, ладно, вот так вот сделаем. Ух, надеюсь, я не прогадал в своем выборе. Да что ты? Кричишь там, я еще ничего не начал. Он уже там возникает. Странно вот здесь, конечно, вот эти сделаны эмблемки. Ну вот, 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 кто? С рюкзачком идет, чудило. Ладно, хорошо. Мы его, если что, откинем с тобой. Пока будем энергию копить. Что-то... А это что такое еще? Что это за палатка тут? Поставил он мне ее. Да, я понял. Из нее будут выходить зомби, верно? Из нее будут выходить зомби. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Давай-ка мы ее нафиг уничтожим, а? Пока не поздно. Я не хочу, чтобы оттуда выходили вот так вот в наглую зомбари. А вот этих оттолкнем отсюда. Поставим, наверное, сюда с тобой орех. Так, еще один идет такой же, смотри. А если вот так сделаю? Успеем его подбить, как думаешь? Ну? Успел. Не успел он свою палатку здесь, короче, поставить. И это хорошо. И смотри, вот неугомонный какой, а? Все прет и прет, все прет и прет. Но мы его сейчас здесь тоже подобьем, я думаю. Так, орех, орех, куда влепить-то? Вот сюда вот однозначно нужно вставить орех. О, как бонг чё справляется с чувачком, да? С этим, с лопатником. Вообще на изи. А этот все идет. Этот все идет. Все ему не терпится свою палатку здесь установить. Так, мадемуазель, вам здесь не рады. Давай их откинем. Вот так вот. А этот без головы уже. Окей. Ну смотри, видишь, как Бунчо наяривает. Он на самом деле крутой чувак.
Причем он может и воздушных подбивать без проблем. Мне нравится он. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Давай его сюда поставим. Окей. Сюда мы влепим стингера. Пускай стоит. Лишним он точно здесь не будет. Пока он там жрет, да, мы с вами, наверное, его добьем. Мы можем так вот сделать даже. Ожидаем последней волны. Она вот секунду на секунду пойдет. Так, мне дали еще один листочек, а я вот так вот сделаю. Да елки-палки, ну. Вот он, молодец какой. Все, пошла, да, масуха. Пошла масуха, массовая атака, ребята. Зомби нападают. Слушай, да мы их тут вообще уничтожили. Вот это да, вот это я понимаю, ребята. Справились, так сказать, со своей работой. И мы заработали с тобой пиньяту. Причем у меня даже полностью стебельки, вот эти листочки накоплены были. Ну что, давай глянем, что... Да понятно все. Хорош. Покажи мне, пожалуйста, пиньяту. Будь добр. 100 монет стандартных. Окей. 4. Окей. Так, Red Stinger получили, и все. А у нас с вами следующий уровень. А вот как раз и Сталия стоит здесь. Я надеюсь, я не должен ее защищать. И ее могут съесть. Ну, если я вдруг не успею. Так, хочу... Ага, она замедляет. Вот что. Ты понял, она... Но она одноразовая. А вот это плохо. Вот это плохо, друзья мои. Так, наверху два зомби идут. Ну? Стреляй давай, стоит там, любуется. Давай вот так еще. Ой, подожди, ошибку сделал. Ошибку сделал, вот здесь у нас. Ну-ка, замедлить его срочно. Такой тряхнулся еще. А теперь бомбим. Успеть бы только его уничтожить. Так, листочек мне дали. Мне дали листочек, я еще его замедлю разок. Или он будет медленным до конца. Ну куда ты вот летишь, а? Мне надо уничтожить вот здесь вот. Елки-палки, давай так попробуем. Да куда ж ты? А, нет, попал, попал, все хорошо, ребят. Все хорошо пока. Есть. Давай вот так вот поставим с тобой жало. Видишь, этот идет у нас вот с флагом. И еле ноги волочит. Опять чудик с палаткой. Вон он. Давай-ка мы, наверное, замедление здесь влепим. Ух ты, как оно срабатывает. Ты посмотри. Я думал только на одного зомби. Она на несколько рядов распространяет свой вот этот газ замедляющий. Ну, слушай, мне нравится. Мне очень это нравится. Так. Давай, 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 бомбим их. Ну куда вы тут прете, а? Слушай, неплохой цветочек это Сталия. Жалко, конечно, что она одноразовая. То есть она выпускает свой газ, да? Один раз замедлила и все. И этого цветочка больше нет на поле. Но зато какой эффект она дает. Очень превосходный. Так, друзья мои, мы прошли с вами этот уровень. Скоро мы откроем, наверное, Сталию. Ну и продолжаем, естественно. Следующая миссия... Так, опять с палаткой. Но здесь нету... А, нет, вот он. Я думал, что с лопатой не будет. Ну, конечно, вон он там прячется. Ну, ладно. Возьмем защитника. Возьму сюда Оке, Стингера. Эндуриана я не беру. Почему-то мне нет надобности сейчас. Да я думаю, даже и в орехе в этом нет надобности. Возьму, наверное, вот эту вот фасолину. А, у нас еще и Сталия тут будет. Она будет замедлять. Стоит она 0 энергии. То есть можно использовать по откату. И Бонг Чой. Вот так вот. Ну что же. Давай проверим. Как у нас тут все это дело пойдет. Пока буду высаживать наши подсолнухи любимые. Пускай дают нам солнечную энергию. Ну что ты там зажужжала? Хочешь орешек? На, кушай. Мне не жалко. Мне не жалко. Сделаем вот так вот. Пускай здесь стоит у нас Стингер.
О-о-о-о-о-о, идет, идет, явился, не запылился. Да-да, именно лопатник. Мне бы желательно, знаешь, что сделать? Поставить... Оп, взял так вот просто и выкопал. Поставить Бонг Чо. Вот он сейчас тут будет наяривать. Эй! Ты понял, что он сделал? А если вот так вот? Что ты на это скажешь? И дальше продолжаем бомбить, естественно. Все, мы справились. Так, здесь у нас идет с ведром. Мы его сейчас вот так вот. Этого, я думаю, откинем. Пошел отсюда. Такой звук. Конечно. Что тут у нас? Летун. Так, летун-то понятно. Давай-ка вот с этим разберемся. Этих будем, как всегда, откидывать. Замедляшку. Успел? Нет, я думал, что он там палатку свою уже поставил. А вот здесь вот хуже дело. А ну-ка давай, Бонг Чо, наяривай. Успеет ли он один? Да что ты, все равно, гад, выкопал, а? Нет, 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 я не должен позволить, ребят. Да что ты? Ух. Так, здесь замедляшку влепим. Ну что там, они ржут так противно, эти маленькие зомби. Все, он влепил свою палатку. Понимаешь? Он влепил свой палку. На, ешь орешек. Жуй, до полна не обляпаешься, так скажем. Характерный звук, значит, уже съели. Ну а ты-то что тут довольный? Усатый зомби. Надел колпак на голову и думаешь, теперь тебе все можно? Да как бы не так. Что я могу здесь сделать? А если вот так сделаю, ребят? Ага, мы просто его откидываем. Значит, ставим вот сюда нашего Бонг Чо. Он должен разобраться, в принципе, со всеми с ними. Нет, этот выкапывает и перекидывает. Как же ты меня напрягаешь, а, зомби? С лопатой. Слушай, в принципе, неплохо. У нас последняя волна идет. Сразу начинаем с замедляшки. Сразу с замедляшки. Энергии солнечной очень много. Так, и этого... Усача нужно подбить. Так, этого на землю спустить, грешную. Ну и тут его. Все, друзья мои. Не так все и сложно. А, палатка еще. Какой все? Палатка. Все. Вот теперь да. Друзья мои, мы заработали с вами сталью. Все прекрасно видели, что она делает. Я думаю, этот персонаж у нас задержится. Ну, а мы едем дальше. Следующая миссия. И нам дают выбор. Я думал, что без выбора. Окей. Так, подсолнух, защитник, жало. Возьмем с вами сталью. Оке. Кого еще-то тут? Ну, Бонг Чо, по идее, нужно нам взять. Он вообще красавец. Он бьет и спереди, и сзади врагов. Так что, сам понимаешь, это нам пригодится. А вот интересно, а он может защититься от бумеранга? Ну, тот чувак с лопатой, или нет? Я ведь, кстати, это не проверял. Хм, что бы взять-то еще, а? Может, луковицу? Нет, наверное, все-таки возьму фасолину. Так, вот это вот, ребята, буква Z, типа зомби, да? Ладно, посмотрим, что здесь будет. У нас всегда по стандарту подсолнухи. Кстати, мы с вами выживаем уже 20-й день. Ну, как выживаем? Прошел 20-й день с того момента, как зомби появились в джунглях. Видимо, хотят найти секретный клад, где скрыты мозги, но мы, естественно, им не даем такой возможности. Защищаемся. Вредим им. Но они нам тоже вредят немало. Так, ну что ты, вот появился, вот не запылился, вот ты нужен мне здесь, а? Вот и скажи, а? Бонг Чо, давай быстрее, как бы мне тебя... Вот. Ух, ну поехали. Замедлим его, чтобы не так быстро выкапывал, да? Поставим сюда жало. Этот летит, его надо... Там эту палатку поставили. Ой-ой-ой-ой-ой, я не успею, походу. Я не успею, друзья мои. Если я, конечно, вот сюда вот... Ну, взял, гаденыш, и пролетел, а просто в наглую.
Да, жалко, конечно, что мы с тобой потратили одну газонокосилку. Ну, это было, ребята, неизбежно. Я не могу успеть тут все ряды обезопасить. Ну. Так, сталь пока пригодится, мы ее ставить не будем. Хотя, что? Мы ее можем влепить, она все равно не сработает, пока не будет зомбарей здесь. Волна первая на подходе. Готовимся, друзья, отбиваться. Молодец, Бомчо, наяривает. Сюда я, наверное, вот поставлю сразу фасолину. Пускай там лопают. Еще замедляшку, говорю. Еще замедляшку. Также сразу... Блин, я не могу. Давай вот так вот сделаем тогда. Может быть, ульту? Нет, ульта нам здесь пока не нужна. Мы здесь откинем, если что. Вон, с лопатой внизу идет. В нижнем ряду. Надо его всегда держать под контролем. Замедлим. Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Давай, Бомчо, свою суператаку. Вот это вот красавец. Вот это я понимаю. Вот это он разобрался со всеми. Ну что? Опять! Лопатник идет. Без него просто ну никуда. Давай замедляшку, наверное, врубим. Но я все равно считаю, что здесь вот Бомчо, по-моему, самый крутой перс. Просто всех тут уничтожил. И мы прошли этот уровень. Оу, смотри-ка, мы с тобой нашли какой-то амулет. Амулет. Окей. Дэйв обрадовался, елки-палки. Нашли. Что нам дает, я не знаю. Ну что, а мы едем дальше. У нас, кстати, выполнен квест. Вау. Понятно, зачем мы нашли амулет. Чтобы вот сюда зайти. 21-я миссия. Так. 21-я миссия. Может быть, нам дойти вот до сюда, до этой пиньяточки. Так, ну я вначале хочу посмотреть, что у нас тут выполнено. Ага, пиньяту мы с тобой заработали. И что же нам здесь выпадет? 100 монет, да? Стали. Слушай, ну если она у нас открыта, почему я ее не могу прапать, а? Эндуриан. И все, наверное. Окей. Меня и так устраивает. Ну что, а я хочу, знаешь, посмотреть, могу ли я прапать нашу сталью. Где она у нас прячется? Так, секунду, вот она. Могу. Спешл увеличивается. Откат тоже увеличивается. Давай, конечно, возьмем. Вот так вот. Ну и поехали далее. Чем мы тут будем задерживаться? Возьмем с тобой еще одну пиньяточку, да, на между 23 и 24 миссией. Тут, в принципе, недалеко. Дойдем быстренько. Если такие уровни у нас будут легкие, то пройдем быстренько. Так, поехали. Ух ты! А это что за желтая такая фасолина? Ну, эту я знаю, жабу. Довольно прикольная. Но как же она долго пережевывает зомбарей? Давай глянем, что она делает. Стоит такая довольная, сияет. Сейчас мы посмотрим, что же она делает. Так, давай, наверное, жабу сюда. Вот как она долго жевать сейчас будет, а? Может быть, для этого нам и дали замедляшку? Чтобы мы замедляли их? Что ж ты делаешь, а? Желтая фасолинка. Я думал, может быть, она будет нам давать энергию. Нет, ничего подобного. Стоит довольная. Мне нужно с тобой накопить 200 солнечной энергии, чтобы я смог поставить еще одну жабу. Так, окей. Давай. Неплохо. Давай проверим все-таки. Я хочу посмотреть, блядь, что делает. Что-то... И? Что-то, смотрите. Зомби засветился.
А в чем прикол-то? Так, ну-ка, если вот так вот сейчас съедим. А, дает... Ну, ребят, ну это несерьезно. Не, мне не нравится это. Может быть, я, конечно, чего-то не знаю. Может быть, вы мне подскажете. Обычно вы подсказываете дельные вещи мне по разным играм. Особенно, где я чего-то не знаю. Так что я не знаю, вот что она делает. Ее зомби съедает, зомби становится светящимся и выдает нам маленькие солнышки. Маленькие. Так, вот, вот этот летит чудик. Давай его, наверное. Хотя тут жаба уже покушала. Она сейчас может, оп, его съесть. Так, у нас с тобой первая волна назревает. Как-то не вовремя. Куда ты вот разогнался? Давай, наверное, вот здесь с тобой замедляшку влепим. У нас есть ульта. Если мы поставим эту ульту на жабу, она будет есть очень много зомбарей. Причем с разных линий, не только по своей. На, жуй. Засветилась она, видите ли. Видите ли, она засветилась. Тут миссия заточена, знаешь, под что? Под спам солнечной энергии. Так, ну давай, давай, давай. Иди сюда. Съедим. Этот-то идет, елки, хоть он и медленно, но... Ай, жаба, ну как ты долго пережевываешь, а? Давай вот сюда поставим. И ждем с тобой следующей волны. Она уже вот-вот нагрянет. А вот этот чудик, по идее, не успеет выкопать нам нашу жабу. Ну, если она не будет, конечно, лопать в этот момент. И она его съест целиком и полностью. Не оставит от него ничего, кроме солнечной энергии. Так, летят утки. Сейчас мы их тоже схрумкаем. Хоп. Так, нам... У нас 3... 4 листочка. 4 ульты мы можем с тобой сделать, применить. Давай, давай, лопайте, лопайте этих зомбарей. Вот сюда поставим фасолину. Куда ты идешь? Вот куда ты идешь, а? С флагом. Бежит, разогнался, елки-палки. Не того ты съела, жаба, не того. Надо вот этого с палаткой. Слушай, я думаю, что здесь последние эти. Давай ульту применим с тобой. Применил. Одного зомбаря всего лишь съели. И все. Друзья мои, что-то как-то быстренько. Ну, конечно, отряд у меня, да, специфический. Ну, а мы продолжаем с тобой. Gold Leaf. Это, видимо, вот это и есть Gold Leaf. Так, Дэйв, смотрите-ка, ребята, у нас что-то новенькое появилось. Огонь. Это, видимо, камень. А для чего это все сделано? Можно узнать вопрос? Хм. Ну, если, предположим... Ой-ой-ой-ой-ой. То есть, это если будут вставать зомби на эти платформы, да? Посмотрим сейчас, на них это работает или нет. На них, на них это еще как работает. Слушай, прикольно. Главное, чтобы мне не попасть под эту раздачу всю. Так, тихо, тихо, тихо. Давай-ка мы вас заморозим здесь. А вот сюда я поставлю сталью. Давай-давай, камень, ну... Ай-яй-яй, ну ладно, нормуль. Все равно хорошо. А так если... Ой, что же я сделал? Я взял и просто сжег всех своих сам, самолично. Так, здесь у нас есть с тобой капелька, мы вот так вот сделаем. Ну. А этому по барабану, потому что он летающий, да? Его не берет. Вот оно что. Его не берет, к сожалению, огонь. Друзья мои, я фейлю первую газонокосилку свою. Первую. Так, давай сюда вот поставим грибок. Снесем этих всех чудиков. Один все-таки выжил. Но мы его замедлим с тобой. Можем даже заморозить. Короче, ой, наступил зомбарь.
Вот, вот это, кстати, классно. Если вот сюда вот, ребят, нажмут они, да, ну ты понимаешь, что это будет. Все сгорят. И мои тоже растения, естественно. Значит, нам нужно выставлять с тобой цветочки именно там, где мы можем избежать вообще каких-либо потерь. Эй, эй, Гаргантюа идет. Слушай, а он сразу сгорает. Прикинь. Он сразу сгорает. Нет, не сразу. А, нет, все, все хорошо. А вот ты-то куда? Вот ты-то куда прешь, мелкий? Вот скажи мне, пожалуйста, на минус. Идет, главное, довольный такой. Успели. Давай, валун. Фух. Слушай, напряженно. Вот это да. Но, с одной стороны, очень даже интересно, прикольно. То есть, мне надо было растение выставлять, знаешь где? Вот на этом ряду нежелательно вообще ни одного выставлять, только лишь нажимать на кнопку. А вот здесь, между как раз вот этими вот валунами, где они катятся. Так, ну что, поехали. Гаргантюа. Так, опять этот с палаткой. Слушай, с Гаргантюа шутки-то плохи. Я не знаю, может быть, нам взять лук. Нет, за медляшку возьмем, это сталью. Оке. Защитника Стингера возьмем. Я вот думаю, может быть, нам взять с тобой бомбу вишневую. В принципе, она неплоха. И бумеранг. Тем более, бумеранг у нас будет с ультой. Так, проверяем. Проверяем. И добираем. От Эндуриана, я думаю, здесь не будет никакого толка. Ладно, все, поехали. Приступим. 23-й день у нас на дворе. И мы все до сих пор защищаемся от этих зомби. Они неугомонные, кровожадные, так что не даем им спуску абсолютно никакого. А зомби пришли, да? Значит, запел мне песню свою. Сейчас мы тебя откинем маленечко. Так, на всякий случай я поставлю сюда сталью. Сюда Стингера. Вау, вау, вау. Индиана Джонс тоже мне здесь нашелся, ё-моё. Мы успеем его подбить, а? Или он крепкий? Я не знаю, насколько он крепкий, но откинуть мы его точно откинем. И вот так еще сделаем. Замечательно. Поставим сталью. Гаргантюа, что ли, уже идет? Твою ж налево. Бомбочка. Блин, не помогла мне бомбочка. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай вот так вот ультушечку с тобой. А что мне ультушечка? Вот так надо делать. Да ладно, не могут быть они такими крепкими. Эти Индиана Джонсы. Зомби Джонсы, или как их прозвать, я даже не знаю. Давай оттолкнем этого. Здесь попробуем вот так вот сделать. Плюс еще замедляшку. Слушай, ну они какие-то коварные. Очень коварные, я тебе скажу. Но мы справляемся, слава богу, пока. Пока. Пока да, пока что-то получается вроде бы. Но опять же, не без помощи, друзья мои, нашего бумеранга. Давай еще одного поставим сюда. Окей. С лопатой идет, чудило. Ну, откинули, молодцы, красавцы. Блин, ты посмотри, что здесь происходит. Надо было брать бонг, чё, точно. Чё же я забыл-то про него. Давай вот так вот. Отлично, подбили, уничтожили. Все как полагается. А ну-ка попробуем. Слушай, я не пойму, подбил, не подбил его. Вот так я его точно уничтожу. Блин, напряжный уровень на самом деле был. Я не знаю, что бы я здесь делал без бумерангов. Вот серьезно тебе говорю. Нас бы просто здесь смяли бы. Ну куда ты вот прешь, а? Куда ты прешь? Бежит он здесь довольный. Фух, 23-й день пережили. И пиньяточка, вот так вот. А я говорил, что мы с вами сегодня должны получить пиньяту. И на этом будем закругляться.
Думаю, что в следующей серии мы с вами пройдем джунгли. Мне в это хочется верить. Так, ну что, 100 монет, да? Окей. Понятно. Алое жало. И сталия. Наверное, все на этом. Ну, а на сегодня мы, наверное, будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!